Кафе Fresh Line недавно открылось. Аккуратно тротуар, сейчас я вам покажу. Но есть одна маленькая проблема, которую придется по-серьезному устранять в этом месте. Сейчас я вам покажу. Тротуар чисто обгорожено, чтобы под сосульки люди не прошли. К сожалению, в этом кафе дверь закрывать? Девочки просят, чтобы закрыли дверь, но видите, она затирается полностью, не открывается. Ну, придется владельцам этого сэндвич-бара решать эту проблему. Ну, а так все чисто, аккуратно. То есть, если отминусовать не полностью открывающиеся двери, сюда можно войти и покушать.